Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот уже 6 лет, как я рассказываю о достоинствах и преимуществах блокчейна Призм. А сегодня я еще раз вернусь к моей любимой все-таки теме. Сколько же можно сейчас заработать на этой монете? В 2017 году мы приобретали монеты с предмайнинга по 1 доллару 5 центов за одну монету. Это было очень дорого и не каждому по карману. И миллионный структурный баланс лично я выстроила только спустя полгода. И все, кто тогда знакомился с криптомонетой Призм, понимали, что Призм – это не хайп. Призм – это готовая программа для EVM на блокчейне без посредников и без доверительного управления. Что эта система не сможет соскамиться. И мы не ошиблись. За 6 лет после запуска блокчейна Призм еще никому и ни у одного человека не забанили ни один кошелек. Поэтому сегодня при более доступном курсе на биржах сообщество Призм растет очень быстрыми темпами, и 10-миллионный уже структурный баланс можно выстроить даже за 2-3 месяца. Вот в этих двух роликах я именно об этом и рассказывала. 6 лет назад я постепенно приобретала монеты на сумму около 12 тысяч долларов в течение полугода и довела свой баланс тогда до 15 тысяч монет. Сегодня вот по такому же курсу на CoinMarketCap на эту сумму, на 12 тысяч долларов, можно приобрести. Сегодня, 6 января 2023 года, курс на CoinMarketCap 0,002362. Делим 12 тысяч на 0,002362, и получается, что мы можем сегодня купить более 5 миллионов монет. Через год, то есть 5 лет назад, я показывала свои первые результаты вот в этом ролике, где в сутки промайнилось всего около 9 монет. И мы радовались, что в сутки можно было заработать почти 8 долларов, а через год, то есть 4 года назад, я уже записала вот этот ролик. Пассивный доход 70 призм за сутки. Это было очень круто по тем временам. И вот прошло 6 лет, и сегодня на введенный паратакс и гибридный парамайнинг в холд-статусе я выхожу на свои предыдущие результаты. На 3 января 2023 года к моей ноде, к моему личному банку, привязано 27 кошельков. В каждом кошельке до 110 тысяч монет. Общий баланс монет составляет почти 3 миллиона. Умножаем 2 928 043 монеты на 0,002362 равно около 7 тысяч долларов. Это почти в 2 раза меньше, чем я проинвестировала 6 лет назад. Все эти кошельки вместе взятые благодаря гибридному парамайнингу сгенерировали только за сегодняшние сутки 4091 монету 3 января в 23 часа. На 4 января в 23 часа в моем банке генерируется уже 4127 монет. Это на 36 монет больше, чем вчера. Благодаря сложному проценту генерация увеличивается практически ежеминутно, автоматически после подтверждения блоков. Но в генерации новых монет сейчас участвует только вот этот первоначальный баланс. Тут мы видим, сколько дней стоит кошелек в холде, сколько напромайнилось монет за все время в холд-периоде и сколько каждый кошелек в отдельности добывает монет в сутки. И заметьте, вот на этом первом кошельке паратакс сократился уже до 58,37%. Сейчас 6 января, 23 часа 8 минут. И мы видим, что добыча в день 4203 монеты. Умножаем 4203 монеты на курс 0,002362. И получается, что моя личная ферма из 27 кошельков в моем личном банке именно сегодня добыла мне монет на 9 долларов и 93 цента. Завтра, если курс останется таким же, то будет уже более 10 долларов. И так по нарастающей с каждым днем. Вот этот верхний кошелек стоит в холде 361 день. Через 4 дня будет ровно год. И вот после года на этом кошельке паратакс будет стремительно уменьшаться. Скоро на этом только одном кошельке будет генерироваться около 1000 монет в сутки.
сутки. По сравнению со вторым кошельком, который я поставила в холл, разница всего неделя, но на втором кошельке промайнится в сутки на 21 монету уже меньше. Вот эти монеты чуть больше миллиона на этих 8 кошельках, которые у меня остались после того, как я благодаря призм купила и 7,5 миллионов долей компании Skyway. И только благодаря этой монете несколько раз возила всю свою семью отдыхать в Турцию, в Египет, в Арабские Эмираты. И вот в этом ролике год назад я показала, что даже купила шикарную квартиру в столице благодаря криптомонете призм. В общем, вот эти монеты, которые остались, больше миллиона, я их и поставила год назад в холл. А вот эти я недавно поставила. Ну, согласитесь, грех не прикупить еще монет по такой привлекательной цене, зная, что за период холда можно добыть почти 100% монет. Тем более, что на рынке спрос увеличивается, а предложения благодаря паратаксу уменьшаются. Многие сетевики и блогеры побегали по хайпам, побрили свои команды и поняли, что пора возвращаться в призм. Надеюсь, я вам доказала, что чтобы заработать, нужно время. Мне понадобилось 4 года, чтобы купить квартиру за призм. А те рифоводы, которые зазывают в хайпы, мол, кушать хочется сейчас, могут вас оставить не только голодными, но и без штанов. Все вы читаете и смотрите новости и понимаете, что с электроэнергией напряжение только растет во всем мире. И весь крипто-лохотрон, особенно на Proof-of-Work'е, скоро обрушится. Поэтому будущее за зеленым все-таки майнингом на Proof-of-Stake. А таких монет без доверительного управления, да еще на собственном блокчейне, с одноранговой сетью, со 100% анонимностью и 100% безопасностью, как в призм, практически больше нет. Можно смело утверждать, что у призм на сегодня нет конкурентов, потому как нет аналогов этой уникальной технологии. Уже даже на топовых биржах начали банить аккаунты клиентов и разворовывать их монеты. И когда уже эти криптоманы, зомбированные на битке, эфире и их форках и других криптолохотронах, прозреют и начнут действительно вникать в саму суть криптомонеты, начнут оценивать монету не только за процент доходности, а за надежность и анонимность, начнут наконец-то разбираться в том, что только в одноранговой сети нельзя забанить никого и никогда. Надеюсь, информация для размышления была полезной. Не забудьте поставить лайк, подписаться на очередные новости. Всем добра и мира! С Рождеством вас, мои дорогие подписчики!